Привет всем любителям баскетбола. Добро пожаловать в Пермь на матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. Местная Парма и питерский Зенит сегодня сойдутся на паркете во Дворце спорта «Молот». Вообще у Пармы очень высокая пятерка, по сути, с тремя номинальными легкими форвардами. Александр Плутунов на позиции первого номера. Именно он сейчас открывает счет набранным очкам. Футболисты, с которым уже вместе выступали. Ну а здесь Малик Димэ. Какой мощный данк. Самый ценный игрок Суперкубка сейчас с мячом и будет, скорее всего, идти сам под кольцо. Вот забивает Уимбуш. Ну и без Алина. У Пармы игра складывается. Ричард Соломон говорит нет Глебу Шейко. И алиуп на Малика Димэ. Ну вот не забывают пермяки о любимых болельщиках. Проводник идеи Евгения Пашутина. И именно Плутунов сейчас совершал первую попытку, но вот понадобилась все-таки ему помощь. Но в любом случае, вот эта разница в 7-8 очков держится очень продолжительный отрезок времени. Сейчас, конечно, Томпкинс забивает. У него дальнего броска нет, поэтому он даже не смотрел на кольцо. Зато у него есть вот такие вот потрясающие данки. Малик Димэ. Еще один классный алиуп на сенегальского центрового. Ну и конечно, Пашутин на ногах. Какой блокшот от Джастина Робертсона. 185 сантиметров. А играть еще 6 минут. Классная передача под кольцо на Ричарда Соломона. И тот забивает сверху с двух рук. Надо продавливать. Он меньше тебя в несколько раз. И Виталия Фридзона также не стал заталкивать под кольцо. А зачем, когда есть Александр Плутунов? Мы видим четверки лучших команд регулярного сезона. Ну а пока что смотрим за атакой «Зенита». Томас Эртель пытается раскачать всех пермяков. И ему это в итоге удается сделать. 65-60. «Зенит» одерживает волевую победу над «Пармой».